Первый Всероссийский съезд Советов в июне 1917 года в Петрограде в основном состоял из эсеров и меньшевиков. Большевики были в меньшинстве. В своем выступлении председатель Петросовета меньшевик Ираклий Церетели сказал: «В настоящий момент в России нет политической партии, которая говорила бы: «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». Такой партии в России нет». На что Ленин выкрикнул с места: «Есть такая партия», и вызвал этим смех в зале. «Вы можете смеяться сколько угодно», — сказал Ленин. Уже в сентябре Петросовет на 90% состоял из большевиков.